Представляю сегодняшнего спикера. Это Мэтью Маннес, американский дизайнер и социальный предприниматель. Он разработал методологию, которая позволяет компаниям выбрать свою уникальную модель. И сегодня он расскажет, как зарабатывать и при этом помогать городу. Отдельно я хотела бы поблагодарить партнера нашего сегодняшнего мероприятия, это американское посольство, с которым мы сотрудничаем очень давно, и благодаря их поддержке стала возможна сегодняшняя лекция. Я передаю слово Мэтью. Ну что ж, большое спасибо. Очень приятно познакомиться со всеми вами. Очень приятно, что вы нашли время прийти сюда. Привет, это практически единственное, что я выучил на русском. Я надеюсь, я говорю достаточно аутентично. Итак, меня зовут Мэтью Маннес. И сегодня я бы хотел поговорить о некоторых интересных вещах. Ну, во-первых, немного о себе, затем о том, чем я занимаюсь, и о некоторых проектах, в которых я принимал участие. Но, кроме того, немножечко об теме социального бизнеса и социального предпринимательства. Итак, моя история всегда начинается вот с этой цифры. Это 8 миллиардов долларов. И если я правильно посчитал, то это примерно 450 миллиардов рублей. Правильно? Нет? Правильно? Нет? Ну что ж, это именно то количество денег, которое каждый день идет на определенные организации в США, которые тратят на социальный бизнес, на дизайн, на маркетинг и на другие расходы. Я не знаю, как насчет вас, но когда я впервые услышала об этой цифре, то статистически эта цифра взорвала мой мозг. Я просто не мог подумать, о боже мой, какие это объемы, на что они это тратят. Потому что на самом деле, фактически, это были усилия для того, чтобы это все вернулось назад в общество. Люди как МИ, люди, которые имеют свои фирмы по дизайну, по маркетингу, понимаете, они заставляют нас платить достаточно много денег, чтобы выживать как бизнес. И давайте представим себе этот мир, где практически все вот эти разные стороны расходов имеют вот такую картину. Итак, каким образом мы можем избавиться от чего-то? Каким образом можем представить себе новую модель ведения бизнеса? И это позволит не государственной организации, не прибыльной организации, не коммерческой организации получить определенную долю, где определенная доля расходов может быть сведена к минимуму или быть обеспечена бесплатно. Итак, для меня это наиболее частая проблема. Давайте подумаем о голоде, о жилье, о доступности к воде, к питьевой воде и так далее. И только непосредством этого мы можем сделать дополнительную работу. То есть вот те ресурсы, которые уже существуют, мы можем перераспределить их куда-то еще, потому что 8 миллиардов долларов США – это куча денег. Поверьте, это куча денег, и они просто так уходят. Итак, кто-нибудь слышал о пробоно? Кто-нибудь слышал о пробоно? Поднимите руку. Никто. Ну что ж, я вижу пару рук. Ну что ж, неплохо. Итак, пробоно. Фактически это значит для блага общества. Это означает пробоно для блага общества. Большинство знает это как то, что вы работаете добровольно или добровольно оказываете ваши услуги, предлагаете что-то за бесплатно. То есть все это начиналось в конце 19 века в Америке. Вот такая тенденция, где происходил достаточно серьезный момент, потому что новые иммигранты, они не имели доступа к тем правовым инициативам, которые они должны были иметь. Как вы знаете, адвокаты в США очень дороги. И тогда некоторые адвокаты решили, нет, давайте все-таки это будет донация, давайте это будут бесплатные услуги, давайте поможем реально людям, которые приезжают в нашу страну, чтобы они получили доступ к тем услугам, на которые они имеют право. И затем уже в 1950-е годы это действительно повлияло уже на дизайн и маркетинг достаточно масштабно. И таким образом, задолго до того, как я родился, но практически уже это сформировало определенные индустрии и пробоно services, услуги пробоно, добровольческие услуги сформировались. Итак, достаточно хорошая история начала пробоно. Все это начиналось примерно вот так. То есть я был таким, знаете, скейтером, который заканчивал старшие классы школы, и в результате я всегда катался в одном из скейт-парков. Я вырос в Силиконовой долине, и все знают, что это основа определенного бизнеса, IT-бизнеса. И то, что происходило вокруг, это фактически вы встречаетесь с основателями компании. И это, конечно, вдохновляет. Да. И это то, что вдохновляло меня для начала моего собственного бизнеса. Но фактически это вдохновило меня на то, чтобы я вовлекал сценарий работы пробоно. Вот именно тогда, когда я был 16-летним в скейт-парке, я встретил организацию
организатора некоммерческой организации в этом скейт-парке. И много узнали о его миссии, о том, чем он занимается для мира, для нации. И я настолько вдохновился, настолько был поражен, что я хотел, так сказать, вернуться к нему в определенном контексте. Итак, хотя мне было 16 лет, у меня было абсолютно никаких денег для того, чтобы начать это путешествие, этот путь. И, естественно, у меня не было каких-то навыков для того, чтобы быть частью этой негосударственной некоммерческой организации. Но что у меня было, так это новые навыки в график-дизайне. Фактически, я сделал первую копию фотошопа, и моя крестная мать послала мне это, потому что когда-то она пребывала в Австралии, и оттуда она послала мне эту работу. И, собственно, я научился этому. Я научился делать какие-то вещи. Ну и, собственно, я спрашивал, как ты считаешь, а если я буду добровольцем для создания стикеров для тебя, для твоей компании, как ты считаешь, это нормально? Да, сказал он. Итак, несколько лет спустя я запустил компанию, которая, ну, называлась Very Nice, очень хорошо в дословном переводе. Это компания, которая сейчас стала действительно глобальной дизайн-стратегией, консультирующим агентством, которое работает очень часто для некоммерческих организаций совершенно бесплатно. Абсолютно вдохновленный тем самым первым проектом в скейт-парке. Итак, достаточно широкий аспект, спектр наших активностей, большое количество партнеров. Большинство это некоммерческие организации, конечно же, потому что на самом деле мы половину работы делаем бесплатно, но другая половина, действительно большой микс. Начинается с компании, которая находится в списке Fortune 500, небольшие компании, среднего размера компании. Мы предлагаем очень широкий спектр услуг, на самом деле. Вот подобного рода дизайн-стратегии, которые включают то, на что я люблю ссылаться, своего рода невидимая часть дизайна. Это часть, которая возникает до того, как все начинает выглядеть красиво. Это стратегические вещи, стратегические решения относительно маркетинга, бренда, относительно бизнес-плана и так далее. Затем, конечно же, есть визуальная коммуникация, затем, как мы начинаем, решение по логу, по веб-сайтам и так далее. И совсем недавно мы начали дизайн образования. То есть это образовательный опыт по дизайну для государственных организаций, для бизнесов, для других компаний, организаций, для того, чтобы поделиться той методологией, которую мы разработали, для того, чтобы смогли их команды сформировать свое знание, свой опыт относительно этого. Мы предлагаем достаточно широкий спектр работы, более 1000 проектов с начала нашей работы. Практически 10 лет мы уже работаем как компания. Некоторые из работ включаем и в художественные работы, в частности, это работы, которые мы представили для одного из наших иллюстраторов в Америке. И в данном случае все это было вдохновлено окружающей средой, вопросами окружающей среды. Кроме того, мы промотируем систему идентичности брендов для UNICEF. Это целая серия брендов, над которыми мы работаем в нашем в своем офисе, потому что тогда был там наш офис, для того, чтобы разработать идентичность для действительно невероятных продуктов, которые они имеют, которые помогают людям, особенно в развивающихся странах. Итак, перед вами еще один продукт по проекту брендированию. Итак, если вы когда-нибудь приедете в Калифорнию, кто-нибудь в Калифорнии был, поднимите руку. Я очень рекомендую. Ребята, о, человек доехал. Ну, что ж, отлично. На самом деле, это один из моих любимых логов Калифорнии. И мы работали очень много для этой компании. Это музей Калифорнии. И это действительно была невероятная история. Мы пытались создать идентичность, которая прославила бы Калифорнию, ее основание. Все о Калифорнии. И это включает в себя все. Еще один проект, который достаточно имеет смешной имидж. Это некоммерческая организация, которая называется Keep Your Breast, Fund Keep Your Breast. Это очень молодые мужчины и женщины. Это возраст до колледжа, до института. То есть это средние классы, старшие классы. То есть это проверка на РМЖ, рак молочной железы. Это серьезная проблема как в США, так и во всем мире. Мы понимаем, что недостаточно профилактических инициатив для профилактики данного типа рака. Это мобильное приложение, которое мы разработали в данном случае, где пользователь может получить рекомендации по самопроверке относительно того, когда нужно провести самоосмотр для того, на наличие рака молочной железы. И я надеюсь, что это помогло многим людям и спасло много жизней. Итак, следующий проект – это небольшой городок в Калифорнии, который называется Риверсайд, Калифорния. В данном случае это музей, который фактически находится прямо напротив городской администрации. И когда мы проводили этот проект, достаточно был серьезный экономический коллапс в регионе. Ну, то есть очень многие люди
были заинтересованы в том, чтобы начать какой-то бизнес, чтобы помочь городу, но никто не знал, чем же заняться, что бы такого сделать, потому что была определенная стагнация. Поэтому был определенный интерес в создании, в инициации сообщества, потому что это были твиттер-сообщения. Вот используя подобный хэштег, который мы разработали, который называется Reimagine Rivers Art. И основная идея была в создании сообщества и получить соответствующие скрины по городскому совету. И так все это дошло до городского совета, желания, вдохновения, мечты людей. И так, находясь в Лос-Анджелесе, достаточно близко к городку, который называется Скинвард, который имеет самую высокую концентрацию бездомных во всей Америке, То есть это десятки тысяч бездомных, которые спят на улице вдоль дорог. То есть практически буквально в трех кварталах от нашего офиса. Это жуткая эпидемия бездомных. И в результате, находясь вот подобного рода в социальной среде, мы очень часто пытаемся помочь и каким образом поддержать бездомных для того, чтобы практически избежать бездомности в дальнейшем. Таким образом, мы создали серию инфографик, инфографических работ и публикаций, которые визуализировали эту проблему и сделали ее более реальной для людей, для того, чтобы сделать их более доступными и поощрить их к тому, чтобы они обращали на это внимание. И еще одно мобильное приложение — это следующий проект в сотрудничестве с Google, достаточно большой. В данном случае нам была оказана большая честь, что мы смогли поощрить их в том, чтобы поддержать их в их проекте. То есть это программа, в которой мы сотрудничали с одной из больших компаний в мире. То есть для нас это большая честь. Большая честь, я повторяю. Это мобильное приложение, которое называется One Billion Apps of Peace. Итак, что делает это приложение? Оно помогает пользователям найти какие-то мелочи, которые они могут сделать каждый день для того, чтобы улучшить мир. Понимаете, это будут какие-то мелочи. Как взять какой-то кусок мусора, извиняюсь, и вынести его до ближайшей урны, или, допустим, предложить кров бездомному. Конечно же, этот элемент обязательно загружается в приложение, затем он централизуется, и таким образом в результате мы получаем все больше и больше соответствующих событий, и таким образом это приложение номинировало своего рода Нобелевскую премию мира. Итак, вся эта работа, и более того, оценивается примерно в 6,5 миллионов долларов тех услуг, которые мы смогли бесплатно предложить в качестве донации в рамках нашей организации. И я очень горжусь этим, потому что я начала эту кампанию фактически студентом колледжа. И на самом деле я не очень понимала, что будет в дальнейшем. Но на самом деле бесконечные шокирующие вещи для меня, новые открытия. Но в то же время, поверьте, этого недостаточно, далеко недостаточно. Что я имею в виду под этим? Потому что на самом деле статистически, если мы вычтем из 8 миллиардов долларов 6,5 миллионов, то есть если вы смогли каким-то образом привлечь 6,5 миллионов долларов из этих 8 миллиардов, то вы понимаете, что, конечно же, это небольшое закрытие данного вопроса. И поэтому сейчас наша миссия продолжать помогать некоммерческим организациям, продолжать использовать соответствующие доходы, чтобы они могли инвестировать больше и больше в определенные задачи. То есть мы могли даже не перейти от модели, которая уникальна, то есть это единственная компания, которая обеспечивает вот такие возможности, к модели, которая является более-менее стандартизованной. Что нам нужно для этого? Наша миссия действительно меняется для того, чтобы стать бизнесом, который вдохновляет другие компании, другие бизнесы к этому. И это совершенно новый путь для нас, особенно для меня, как, в частности, точка интереса, и как человек, который действительно страстно заинтересован во всем этом. Итак, что мы сделали в 2012 году? В 2012 году мы начали понимать, каким образом мы можем обеспечивать половину нашей работы за бесплатно и, тем не менее, выживать как компания. И прошло практически 9 или 10 лет. И смотрите, мы все еще живы. Как же это возможно, спросите вы? Ну что ж, я представила здесь некую визуализацию вместе с моей супругой Кейт. И фактически мы поняли, каким образом это удалось. И мы даже опубликовали целую книгу. Каким образом отдавать половину вашей работы за бесплатно? О чем эта книга? В данном случае все то, что было собственностью, о том, что мы делали, любые наши секреты о том, как мы делали что-то возможным, и это стало возможным всему миру за бесплатно, или, так сказать, в печатных вариантах, в частности, в формате этой книги. И это, конечно же, была огромная история успеха. Все это началось с небольших движений в индустрии дизайна. То, что было близко к нам, помогая некоммерческим организациям обеспечивать определенный спектр услуг. Итак, во многом, что я делаю, заключено в этом. Итак, я выхожу и разговариваю с людьми. Почему про Акону?
это то, что нужно. И в результате это помогло нам действительно иметь глобальные связи и вдохновить буквально десятки тысяч практиков, которые могут работать. Работать не только за деньги, но и за бесплатно. Не обязательно, но делать что-то, что-то, начать где-то и попытаться помочь миру стать лучше. Итак, почему же они все это делают? Возможно, многие сидят из вас сейчас и думают, о боже мой, какое-то сумасшествие, делать что-то бесплатно. Но, наверное, возникает ощущение, почему я это думаю? Это на уровне какой-то миссии, да, своего рода социальной ответственности. Я чувствую, что, боже мой, я должен что-то вернуть обратно. Но помимо этого, на самом деле, делая это некая стратегическая инициатива. То есть это не обязательно полностью филантропия. И я хочу, конечно же, сейчас сделать шаг назад, говоря о том, что сегодня это не обязательно означает, что вы теряете что-то при этом. На самом деле вы приобретаете огромные преимущества от филантропии, и это было уже неоднократно доказано. Итак, первое, это, конечно же, момент кармы. Ну, я надеюсь, вы все знаете, что такое карма. Не будем сейчас углубляться в это. Но, говоря о более стратегических вещах, это сетевые возможности, нетворкинг. То есть очень много небольших организаций, для которых мы обеспечивали бесплатные услуги, работу, помощь. И что это означает? Что мы помогали им, чтобы они основали рабочие места с другими компаниями, другие возможности, новые продукты. И таким образом мы стали связаны с этими компаниями, и они стали для нас оплачиваемыми клиентами. И, конечно же, более крупного масштаба некоммерческие организации. У них есть совет директоров, конечно же, которые очень успешные CEO, то есть генеральные директора компаний. И, конечно же, они выступают в таких местах, как Google Inc., как DSG, именно выполняя подобного рода прогона сценарии. И поверьте, это было действительно очень интересным сюрпризом, очень интересной, необычной стратегией. Еще одна цель – это образовательная цель. Ну, конечно же, я не упоминала этого, но мое базовое образование – это графический дизайн. Собственно, как началась наша компания, мы предлагали только услуги по графическому дизайну. Но сейчас мы вышли на уровень стратегического консультирования. И фактически единственная причина, каким образом мы научились делать это, или каким образом доказать, что мы делаем это профессионально, это предлагая различным организациям совершенно бесплатно увидеть, насколько они помогут нам, позволят нам использовать возможности для создания новых услуг. Для них это было огромное преимущество работы прогоны, потому что когда вы работаете бесплатно, то вы можете предложить интересные решения. Для них никакого риска, казалось бы, да, потому что за это платить не нужно, но в то же время для вас, вы получаете новый элемент в вашем портфолио, выстраиваете свою репутацию, и в дальнейшем это очень помогает вам. Итак, это прогресс в конечном итоге, то есть люди работают, и, возможно, многие из вас могут делать какие-то проекты прогона и после данной презентации, но на самом деле это было всего лишь начало той истории, которая у меня есть, та история, которая, собственно, связана со мной. Итак, модель «Отдай половину». Итак, мы открыли это миру, мы говорим это достаточно открыто, и мы выполняем это как компания, действительно. И далее я опубликовала второй выпуск моей книги относительно этого. То есть на самом деле вопрос в следующем. А это единственный способ, каким образом бизнес может сделать свой вклад? Может быть, есть какие-то более эффективные, реальные инструменты, которые могут повлиять на дальнейший успех как для вас и для вашей компании? И что я обнаружил после исследований примерно в течение 2 лет? Что на самом деле есть сотни моделей, сотни способов, каким образом бизнес может успешно повлиять на мир. Итак, я не буду вас утомлять этим. На самом деле я начал их картировать вот таким образом, для того, чтобы понять, каким образом эти бизнес-модели работают, каковы бренды, которые стоят за этим, где эти истории успеха, что приводит к этому. И это привело к решению вот такого рода, к набору графических решений, которые вы видите вот здесь. И фактически мы нашли очень много интересных моментов, с которыми мы хотели бы поделиться с вами. Фактически, удивительное дело, некоторые примеры из Америки, а некоторые даже из России, потому что я знаю, что, конечно же, есть определенные трудности. И пример одного из бизнесов, который достаточно близко находится от Лос-Анджелеса, это компания Homeboy. И на самом деле они одна из достаточно серьезных организаций в США. То есть, если вы пытаетесь выйти из игры, если вы в тюрьме, или вы хотите, так сказать, выйти из тюрьмы, и вы имеете достаточно плохую репутацию в полицейском участии, то на самом деле очень сложно для бывших заключенных, для бывших геймеров, для людей, помешанных на игре, выйти из этой истории. Итак, что делает эта индустрия? Они
предлагают достаточно широкие возможности вот подобного рода, например, как хлебопечение. То есть это те люди, которые ранее были либо в тюрьме, либо были помешаны на игре. Это действительно мощный инструмент реабилитации. То есть это новые возможности, это новая возможность, новая страница жизни для тех многих мужчин и женщин, которые никогда, никогда не могли бы получить новые работы. Но таким образом они могут получить эту работу. Продаются эти продукты, и таким образом они получают свою зарплату. Они начинают себя уважать, начинается новая жизнь. Это реально работающий бренд. Вот еще один пример, который я считаю из Москвы. Здесь дизайн-бюро, которое называется «Верстак». И я надеюсь, я правильно произнес это название. И здесь вы видите, треть их доходов идет в качестве донации, в качестве бесплатной поддержки. И вы видите, что уже в течение ряда лет работает эта инициатива «Верстак». Возможно, то, что вам знакомо, и, возможно, вы когда-то слышали. Нет, никогда не слышали? Radiohead. А? Radiohead. Ну что ж, этот альбом появился впервые в 2008 году. И в 2008 году это был, на самом деле, переломный год для очень многих бизнес-моделей. Особенно те, которые начинались в Америке. Потому что мы сталкивались с достаточно серьезным экономическим коллапсом, глобальной экономической рецессией, которая произошла тогда. И поэтому в тот момент очень много предпринимателей подумали, а что можем попробовать сделать новое? Даже если может быть странным, необычным. Ну, чтобы такого попробовать, давайте сделаем какой-то эксперимент, подумали они. И в тот момент музыкальная индустрия, конечно же, тоже находилась в коллапсе, потому что люди что-то там загружали нелегально, не платили за дорожки и так далее. То есть на самом деле ничего хорошего не было. Фактически, что было предложено? Они создали альбом, который был выложен онлайн, на веб-сайте. И вы можете заплатить сколько угодно, сколько можете за него. Даже если это $0 или это $1000, пожалуйста. Тем не менее, вы получите абсолютно ту же самую цифровую запись, как и другие пользователи. Казалось, это странным поначалу, да? Потому что вы можете подумать, о боже мой, если кто-то может заплатить $0, зачем платить что-то? Но на самом деле они заработали больше денег на этом альбоме, как на предыдущих, по сравнению с предыдущими альбомами. Они обнаружили, что на самом деле очень многие люди выбирали заплатить, чем не заплатить. И вот это изменение ценностной таблицы, когда потребитель выбирал вариант заплатить. И это совершенно невероятная модель. Еще один пример. Опять же, здесь, в России. Это компания, которая называется Трогает. Я надеюсь, это также правильное произношение. Это легендарный слепой массаж, который также был доступен в Москве. То есть это для слепых людей. Это действительно многообещающая история, потому что создаются новые рабочие места для людей слепых, потому что иначе им сложно было бы найти какую-то другую работу. Но на самом деле стратегически в данном случае вы видите, что слепые люди, они абсолютно эффективны в предоставлении услуг массажа. И это один из лучших массажей, на самом деле, который вы можете себе представить, поверьте. То есть это и стратегическая, и филантропическая инициатива одновременно. Еще один пример, который я хочу сегодня поделиться. Это компания по производству наушников, которая также находится в Лос-Анджелесе. Что сделала эта компания? Для каждой пары наушников, которые кто-то покупал, кто, любой из нас в этой аудитории, может подарить бесплатно наушники кому-то, кто глухой. Итак, что они делали? Это совершенно невероятная история. То есть они позволяли потребителю фактически быть катализатором влияния, агентом влияния. И на самом деле все это привлекло огромное количество клиентов. Они продали огромное количество продуктов, но кроме того, это привело к тому, что им не пришлось не терять никакие деньги, то есть в случае вот этой бесплатной покупки. То есть на самом деле это оказалась очень смарт-бизнес-модель, умная бизнес-модель. Еще один пример из России. Посмотрите, компания, которая называется «Голова». Что сделала эта компания? Они создали своего рода головной убор для людей, которые идут на химиотерапию. Вы понимаете, рак и алопеция, то есть выпадение волос. Что они сделали? Они предлагали определенные продажи от их продаж для того, чтобы финансировать исследования в области рака. И если этого было недостаточно, то, кроме того, они предлагали своего рода возможности по приобретению данных головных уборов для детей, которые идут на химиотерапию. Действительно, многообещающая модель, потому что на самом деле вы делаете так много для того, чтобы
чтобы сделать так мало для этих людей. Но кроме того, это крайне эффективно. Это действительно стоит того. Итак, экономия шеринга, экономия делиться в дословном переводе. Это очень интересная, совершенно новая, потрясающая модель, которая очень часто обсуждается в США и во многих странах. Вот перед вами страница журнала Time. И мы понимаем, что мы можем делиться гораздо большим, чем мы можем себе представить. Вот если у меня есть машина, а вам нужно подвезти куда-то, кого-то, почему нет? Кроме того, это создает огромное влияние, но кроме того, это создает новые рабочие места для людей, которые также могут использовать это. Итак, это представление моделей, которые мы разрабатывали. Это более 200 вариантов. Больше гораздо примеров есть различных бизнес-моделей, которые могут повлиять определенным образом на огромное количество людей. Итак, чем все закончилось? Мы стали думать, а каким образом мы можем создать некий ресурс, который мог бы использовать каждый для того, чтобы инвестировать это в свою бизнес-модель. То есть это не просто оценка того, что другие делали, но на самом деле попытаться задумать, что такие люди, как я, как вы, какие инструменты у нас есть для того, чтобы начать свой собственный бизнес и попытаться сделать что-то. Итак, мы в результате создали некий набор, который опубликован онлайн, набор рекомендаций, который дает очень четкое, пошаговое описание создания некой бизнес-модели. Посмотрите, очень активно используется во всем мире, более 90 стран активно вовлечены в это. Поверьте, это действительно органично. Что мы обнаружили? Почему это так успешно? Почему это пошло? Почему это стало развиваться? Потому что это не слишком сложно. Здесь не так много инструментов. Это действительно растущий интерес, который, возможно, капитализм не имел в своем арсенале ранее. Может быть, это также помогает людям. Поэтому реально люди оказались очень заинтересованы. Мы проводили семинары здесь, в частности, в России. И у нас была встреча в рамках «Стрелки». Кроме того, у нас был онлайн-курс через платформу «Вектор». И я надеюсь, сегодня вы слышали об этой платформе. Это действительно очень интересные инструменты и потрясающе интересные исследования. Чисто креативные истории и адаптированные для российской действительности. Поэтому, если вы хотите больше узнать о нашем наборе инструментов, о нашем тулките, то все это доступно на этом веб-сайте modelsofimpact.com. Это абсолютно бесплатно, поэтому сейчас я говорю так много о том, что можно давать бесплатно, поэтому я надеюсь, что все-таки я не напрасно об этом говорю, и то, что я предлагаю, это действительно бесплатно, поэтому вы можете создать глоссарий. На самом деле очень легко найти курс «Вектор» на «Стрелке», поэтому вы можете легко зарегистрироваться и посмотреть, что там есть. Итак, я сейчас очень много говорю о бизнес-моделях, и один момент, который вас, возможно, интересует, а что, черт побери, это за бизнес-модель? Он Earth, черт побери. Но сейчас у меня, конечно же, есть интересный ответ на этот вопрос. Это своего рода миссия, которую я хотел бы описать в рамках этого социального предпринимательства. Итак, для бизнес-модели вы должны, конечно же, зарабатывать деньги. И очень часто люди думают, о, вот здесь и оканчивается бизнес-модель. О, основная задача – заработать деньги, и все. На самом деле, я обнаружила, что это всего лишь половина этого уравнения. Да, вы должны зарабатывать деньги, но вы должны при этом делать и что-то еще. Что мы обнаружили, что идеальная бизнес-модель на самом деле совмещает вот эти две составляющие. Первое – модель дохода, прибыли. То есть это то, что вы делаете. Это ваша выручка, revenue model, модель выручки. Но impact model – это модель влияния. Это очень широкий спектр. Это может быть социальное влияние, это может быть поддержка вашего города, вашего сообщества, это может быть некая экологическая история, помощь нашей планете, это может быть и даже личное влияние, помощь самому себе, вашей семье. То есть на самом деле финансирование для конкретной цели, для чего вы хотите что-то сделать. Очень часто люди, когда у них есть только impact модель или модель влияния, что происходит? Они могут почувствовать, да, есть некая великая честь, цель, и они, так сказать, очень довольны, но это не живет долго, потому что нужно на самом деле поддерживать это. Вы должны зарабатывать деньги для выживания, для вашей компании. Но когда есть модель выручки, что я обнаружил при этом? Да, вы, возможно, зарабатываете какие-то деньги, но при этом вы фактически, вы выгораете, вы устаете, и у вас отсутствует мотивация для того, чтобы вставать утром и снова делать что-то еще. И таким образом вы можете эффективно комбинировать вот эти два подхода для того, чтобы открыть для себя совершенно новое
новый мир, который называется социальным предпринимательством. И поверьте мне, это идея, где действительно бизнес имеет определенную ответственность вернуть что-то сообществу, кроме того, и зарабатывать деньги. Помимо этого, это две основные задачи, две основные цели. Итак, этот термин возник у двух людей. Первый человек, который, собственно, предложил вот этот термин «социальное предпринимательство», это человек, который зовут Билл Дрейтон. Он был основателем компании «Ашока», организации «Ашока». В США, поверьте, они работали очень активно, также и в ряде других стран. И другим ключевым лицом, который вдохнул меня на многие подвиги, это этот человек, это Мохаммед Юнис. И он, собственно, и изобрел идею микролендинга. Это совершенно новая история. Когда вы даете очень небольшим бизнесам в сельских сообществах небольшие заемы для того, чтобы они могли начать что-то делать, поддержать их для дальнейшего роста. Буквально микро-микро-микро истории. И, возможно, кроме кто-то из вас слышал о Том Шузе, это так называемый Том Шуз Блейк Майкоцкий. Компания. Это совершенно невероятный персонаж, потому что он был одним из первых предпринимателей, который действительно оказался в мейнстриме СМИ. То есть весь мир узнал от него именно о социальном предпринимательстве. То есть он очень важен в этой сфере. Ну и еще раз повторяю о том балансе, который мы видим, о модели выручки и модели влияния, каким образом вы можете поддержать себя и ваше сообщество. То есть вы можете оказаться успешными. Но, кроме того, вы можете быть и счастливы при этом, понимаете? И я считаю, что обе составляющие равнозначно важны. Но есть и третий момент, который нужен каждой бизнес-модели, в том плане, что нам нужен долгосрочный успех. Что это? То есть это ключевые компетенции или навыки. Навыки. Очень часто, особенно там, где я вырос, в Силиконовой долине, люди, конечно же, невероятно радовались этим новым технологиям или каким-то новым тенденциям, которые действительно были на слуху, все об этом говорили, как, например, виртуальной реальности и так далее, или, допустим, и искусственный интеллект и так далее. Но что я обнаружил в результате? Что если вы следуете тренду, то в конечном итоге это в какой-то степени это уводит вас от того, что вы хотите, и у вас возникает разрыв матрицы, разрыв сознания, то есть вы получаетесь как своего рода потерянные, то есть своего рода растерянные, то есть это не ваше ощущение жизни, как вы хотели бы себе это представить, то есть это очень важно. Действительно отражать или представить, куда вы стремитесь, что вы хотите, какие ваши основные навыки и что вы конкретно можете предложить. Поэтому для меня все начиналось с того, что я был графическим дизайнером, да, и я действительно был хорошим парнем, достаточно хорошим профессионалом. Я начинал технологическую компанию, я представлял, как это делать, но я начинал буквально с чистого листа. Кроме того, хочу показать вам пример одной бизнес-модели, очень успешной бизнес-модели, и я считаю, что это невероятно умная бизнес-модель, и я покажу, каким образом она смогла проработать все три аспекта, вышеупомянутые. Итак, перед вами компания, которая называется Rising Tide Car Wash. Они находятся во Флориде, и они моют машины. Да, кажется, что мойка машин звучит не слишком оптимистично, но что они делают? Совершенно невероятные истории. Итак, они нанимают только людей, которые имеют художественные навыки. С аутизмом, простите. И сооснователь этой компании, у них даже есть человек с аутизмом в семье. Чему они научились, что в ближайшие несколько лет, пару лет, примерно 500 000 людей с аутизмом достигнут того возраста, когда они готовы стать рабочей силой. И вот перед вами один из примеров, который мы показывали ранее. Вот то, что мы показывали по слепым или индустрии хамбой. Вот перед вами новая популяция, новый мир. И это сложность, большая сложность найти работу для подобного рода людей. Итак, чему же мы научились? Люди с аутизмом, они имеют достаточно очень специфические стратегические преимущества. Да, и в этом-то и есть вся идея. То есть на самом деле это не обязательно требует участия. То есть вы можете активно использовать это. Это повторяющиеся задания, специфические задания, гомогенные задания. И на самом деле что может быть лучше, чем в частности мойка машин для подобного рода? Итак, вы приходите на эту мойку машин. Итак, тот, который моет право
правое окно, один моет левое окно, один знает, моет заднее стекло и так далее. Невероятный сервис, понимаете, невероятный. Это блестящий пример того, как они это делают. То есть на самом деле это потрясающая модель влияния, когда они создают новые рабочие места для людей с аутизмом. Иначе они вообще не получили бы никакой работы и вынуждены были бы жить на пособие. То есть это невероятная модель дохода, потому что, да, люди моют машины, поверьте, неоднократно, потому что у нас всегда солнце и всегда пыль. Далее. Это ключевые компетенции, которые развиваются при этом. И таким образом они могут развивать сильные стороны своих сотрудников. То есть они создали полномасштабный сервис от А до Я. И они могут это обеспечить. То есть это блестящий пример подобного рода. Люди с аутизмом. Итак, что же вы можете сделать, когда вы знаете, что будет за вашу бизнес-модель? И в данном случае я надеюсь, что вы посмотрите на наш toolkit, наш инструмент, набор инструментов, что может быть оказаться полезным. Итак, вот смотрите, что мы используем в качестве бизнес-плана. Итак, здесь есть 6 неких разделов. И если вы заполняете тщательно каждый из разделов, это займет у вас не более 30 минут, то у вас уже будет черновик вашего бизнес-плана. Вперед, вперед! Итак, мы это разработали. Почему? Потому что бизнес-планы, как правило, очень скупые, иногда слишком перегруженные. И поэтому для меня, понимаете, у меня даже не было бизнес-плана, поэтому моей компании было в тот момент 4 года, понимаете, и это была плохая идея, да, потому что я мог получить, да, отсюда, от автобуса, да, кто знает, как управлять компанией, о боже, понимаете, это критический навык. Поэтому что мы разработали в данном случае, это серия из 13 вопросов, отвечая на которые вы получаете все то, что вам нужно для черновика вашего бизнес-плана, для модели влияния. Помните, это одна из ключевых составляющих. В данном случае вопрос, каким образом ваше влияние встраивается в вашу организацию, что это? И в дальнейшем, каким образом вы измеряете это влияние, как вы отслеживаете достижение ваших целей? Итак, для предложения по ценности. Это сложная история, но тем не менее, это стоит того. Давайте подумаем, каким образом вы можете сделать ваше предложение уникальным, каким образом оно дифференцируется от аналогичного или от чего-то другого, что есть уже на рынке. Далее, говоря о ваших партнерах, кто еще в мире вам нужен для того, чтобы стать вашим партнером, для того, чтобы достичь тех целей, которые вы ставите перед собой. Очень часто бизнесы очень работают с другими бизнесами, с другими партнерами. У них есть клиенты, общие клиенты, есть сети, есть те, кто являются их основателями для того, чтобы расширять свой бизнес, для того, чтобы встречаться с определенными вызовами в этой среде. Далее, ваши продукты, ваши сервисы, которые вы оказываете. Итак, что на самом деле вы создаете для мира? Каким образом это работает? Каким образом это совпадает с теми целями, которые стоят перед вами? Ваш талант или ваша операционная модель. Вот понимаете, все эти вопросы на самом деле смотрят внутрь вас. Какая команда вам нужна? Какие навыки или какие ключевые компетенции нужны вам для того, чтобы достичь тех целей, которые вы ставите перед собой, для того, чтобы достичь того результата или предоставить тот продукт, о котором вы мечтаете. Ну и, наконец, модель выручки. Выручки. Каким образом это будет делать деньги? Кто будет покупать это? Сколько это будет стоить? Вот подобного рода вопросы очень простые, но очень значимые вопросы. То есть, если вы можете сделать небольшую фотографию этого слайда, то это всего лишь один из спектров вашего вопроса, этих вопросов, но это может очень помочь, и я обещаю вам, если вы пройдете через все эти вопросы, это займет не больше 30 минут, до часа, то на самом деле у вас уже будет черновик вашего бизнес-плана. Понимаете, и этого не надо бояться. Я надеюсь, это будет то, что вы можете вынести из сегодняшней лекции. Поверьте мне, у меня нет бизнес-образования, но я создал компанию, и я создал ее благодаря творчеству и дальнейшему развитию. И я хочу научить этому людям, для которых бизнес нечто новое, чтобы они не боялись этого. Итак, завершая вышесказанное, буквально несколько идей, которыми хочу поделиться. Итак, социальное предпринимательство – это не только филантропия, это не только потеря. Это также и очень значимая стратегическая возможность. Таким образом, посредством отдавания чего-то вы не обязательно что-то теряете. Поверьте, это на самом деле может очень положительно повлиять на вас и на ваш бизнес. Это позволит вам удержать сотрудников. Люди будут довольны. Это позволит вам выстроить бренд, которому будут доверять ваши клиенты. И в конечном итоге это позволит вам быть уникальными, потому что на самом деле есть так много чего в мире, с чем мы должны конкурировать. И поверьте, это позволит вам быть уникальными. Ну и на этом я хочу сказать большое спасибо. Если у вас какие-то вопросы, замечания, комментарии, я буду рад ответить на них. Большое спасибо. Раз. Да.
Вот. Друзья, если у вас есть вопрос, у нас немного времени, поднимайте руку и задавайте вопросы на русском языке. Пожалуйста, не торопитесь, потому что Мэтью будет слушать в этот момент перевод на английский. Мэтью, вы рассказали, в общем-то, всю бизнес-модель и даже все примеры про Россию, какие только можно было представить, себе привели. Но вы не упомянули одну вещь. Как осуществляется управление кадрами вот, в компании Very Nice? Именно. То есть, например, человек приходит к вам устроиться, и как-то его предупреждают, что он будет меньше получать денег, но больше удовольствия. Или вообще, когда дизайнеры, например, или там, художники работают над проектом для UNICEF, а на завтра они работают над проектом для Microsoft, например. Как-то вообще, они вообще думают о том, это проект про боно или нет, и как вообще это на подборе кадров отражается и на повседневной работе этих людей? Они просто работают и не вдумываются это про боно, или, например, какой-то есть приоритет в тех или иных проектах? Вообще, как это все выглядит на практике? Yes, that's a wonderful да, question. Прекрасный вопрос. Большое спасибо. Большое спасибо, что вы поняли эту тему. И нечто уникальное в Very Nice, потому что на самом деле у нас небольшая команда, очень небольшая команда, работающая на полную ставку, примерно 12-15 человек. И каждый из этих сотрудников имеет свои знания и компетенции в одних из наших ключевых направлениях. Допустим, дизайн, стратегия, управление, менеджмент и так далее, и так далее. Что мы делаем? Мы, к сожалению, не говорим им, что они получают всего лишь половину зарплаты. Нет, мы говорим, что это ваша вся зарплата и все, да. Но что мы делаем? Когда они слишком перегружены, потому что все-таки команда небольшая, то тогда у нас есть примерно сеть с 500 добровольцами. Да. И это профессионалы, которые также имеют свои какие-то работы, бизнесы, возможно, они фрилансеры, возможно, они вышли на пенсию, или они все еще студенты, которые могут помочь нам в качестве добровольцев в рамках этих проектов. И таким образом, это действительно, собственно, и секрет, как это работает, да? То есть вы можете обеспечить этот объем работы практически за бесплатно для нас, для всех. Итак, наша команда, работающая на полную ставку за зарплату, они действительно делают эту работу про боно. Но кроме того, их роль, конечно, на более высоком уровне. То есть в результате их время на самом деле не полностью употребляется проектами про боно. Скажем так, они обеспечивают контроль качества, креативное направление, контроль и так далее. То, что вы упомянули, что они, так сказать, мотивированы вариантом про боно или нет. И действительно это так, действительно это так. Очень многие, кто подают заявки на работу к нам, они говорят нам, что они хотят работать на нашу компанию именно потому, что они хотят чувствовать, что они что-то отдают в результате, что та работа, которую они делают, как-то влияет на мир, на сообщество, на общество. Поверьте, это очень важно практически для каждого сотрудника, который с нами. И это основная составляющая для всей нашей команды. Большое спасибо за ваш вопрос. Так, еще у кого-нибудь есть вопросы? Поднимайте руку и... О, да, я бегу к вам. Вижу на втором ряду. Сейчас, секундочку. Здравствуйте. Спасибо за выступление. У меня такой вопрос с небольшой ремаркой. У нас был подобный опыт, о котором вы рассказываете. У нас в стране три Бориса были и есть отчасти. Борис Гребенщиков, он последовал за опытом Radiohead и выпускал потом альбом, так же, как эта группа. Вот, и он говорил, да, кто-то 0 рублей пожертвует, а кто-то там, будучи пьяным бизнесменом, скажет, а дать пол приданного моего какого-нибудь, и все окупится сразу. Вот, был Борис Березовский, олигарх у нас такой, он также говорил, что вот ты, допустим, идешь в казино, ставишь деньги, выигрываешь, и половину ты себе забираешь, а половину продолжаешь играть. И когда-то повезет, когда-то не повезет. Но так это хороший метод улучшить ситуацию твою. Вот, правда, потом повесился. Вот. Еще у нас был Борис Ельцин, который, как вам известно, половину страны отдал также. Видимо, таким же принципом пользовался. Так вот, я согласен с такой постановкой. Она, в принципе,
мне интересно, я даже ей отчасти тоже следую. Вот. Но я хотел узнать у вас про неэффективный опыт. Вот вы показывали слайд, где вы много в каких странах использовали свою методику успешно, как я понимаю. Вот. А был ли какой-то неуспешный опыт? Вот, например, у нас в стране, и как вот вы культуру развивали именно от потребления такого? Вот, например, у нас в стране очень развито пиратство. И я считаю это все-таки хорошей стороной, потому что люди, помимо того, как брать, они учатся делиться. Потому что если ты что-то взял, ты должен создавать свои там раздачи музыки, искать какие-то книжки, сканировать их, распознавать. И, ну, вот люди смеются, на самом деле это большая работа и очень сложная она. Вот я так собирал, например, художественную литературу нашего писателя Чернышевского. Почему-то живем на родине Чернышевского, никто кроме меня это не сделал. Стыдно должно быть. Вот. И вот я считаю, что пиратство в этом смысле, она развивает культуру отдачи чего-либо. Все. И вот мой вопрос как раз в том, как развивать вот эту культуру. Вот, например, у нас в городе много очень заборов. Вот, потому что люди думают, что вот зачем пускать к себе во двор, если люди заходят, там гадят, рисуют, громко говорят и так далее. Вот, но никто не понимает, что если мы будем огораживаться заборами, у нас эта культура и не появится, и никогда у нас город чище, лучше не станет, если мы не будем доверять друг другу. И вот как вы развиваете эту культуру дары, культуру отдавания? Спасибо. Yeah, good question. Хороший вопрос. Ну что ж, есть большая разница между мною и теми примерами, которыми вы привели, конечно же. Ну, пример. Когда я отдаю свою работу за бесплатно, то, естественно, это на моих условиях. И я выбираю, кому я, собственно, это отдаю. То есть, на самом деле, никто не крадет при этом. Это просто невозможно. То есть, пиратство как таковое невозможно, потому что пиратство — это воровство, понимаете? Потому что это совершенно вне спектра. Но когда я отдаю какие-то свои результаты работы, вы можете это использовать, но опять же, это селективно, кому вы это отдаете, а иначе, конечно же, вами воспользуются, вас просто используют, потому что мной тоже пользовались, поверьте мне, как вы можете себе представить, и чему я научился за годы. То есть на самом деле, как это не больно, но вы должны быть жесткими относительно того, кому вы отдаете за бесплатно результаты своей работы, и в результате этого фактически, на самом деле, в результате от меня практически невозможно украсть, потому что да, у меня есть своего рода заборы, мои внутренние заборы. Итак, с чего начинается? Вопрос, кому вы хотите помочь, а кому вы не хотите помочь? Это тоже важно, понимаете? Вот устанавливая подобные правила, это важный стартовый момент любого бизнеса относительно его щедрости, потому что иначе вы в большом риске, в зоне риска. Это серьезный вопрос, но кроме того, я никогда бы не полагался на какие-то игры карточные, там, я не знаю, казино или люди, которые пытаются украсть у вас. Нет, я бы этого изначально пытался избегать. Другие моменты, которые помогают нам понять, что это модель, которая необходима, то есть своего рода аутентичные интересы всех нас. И это действительно может сработать. Конечно же, с одной стороны, это стратегическое решение, но в то же время вы должны его принять по стратегическим причинам. Нет, это не означает, что это все для всех. Нет, нет. Вы должны понять, что вы можете предложить, кому вы можете предложить, и вы должны верить в то, что вы предлагаете. И, пожалуйста, не пользуйтесь и не позволяйте пользоваться вами. Да. Так, у нас есть время. Все? Хорошо, тогда мы заканчиваем сегодняшнюю лекцию. Спасибо большое, Мэтью.